Здравствуйте. По состоянию на 3 апреля официально в России зарегистрировано 4149 случаев инфицирования коронавирусом в 78 регионах. За прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 771 человек. Всего в России погибло 34 человека. За весь период выздоровел 281 человек. По сообщениям в СМИ на 3 апреля по всему миру количество людей, инфицированных COVID-19, превысило 1 017 000 человек, количество погибших от инфекции насчитывает более 53 тысяч человек. Берегите себя и своих близких, соблюдайте режим изоляции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Хочешь получать уведомления о новых видео? Жми на колокольчик.